Сегодня в Москве глава Чувашии встретился с генеральным директором Фонда развития моногородов. Михаил Игнатьев и Ирина Макеева обсудили ход реализации соглашения по строительству инфраструктуры в Канаше и территории опережающего социально-экономического развития. Свое производство в индустриальном парке муниципалитета уже планируют локализовать два резидента. Одно из предприятий будет выпускать реагенты для нефтегазодобывающих компаний. Руководитель фонда Ирина Макеева отметила, что реализация соглашения должна отразиться на деловой активности в Канаше. Еще одна ключевая цель – создание новых рабочих мест. Сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев в Москве дал интервью редакции газеты «Аргументы и факты». Одной из основных тем стала тема экологии. Михаил Игнатьев рассказал о том, что Чувашия в десятке регионов лидеров самой благоприятной экологической ситуации и занимает первое место по этому показателю среди регионов в Приволжском федеральном округе. Глава Чувашии также ответил на вопросы журналистов о развитии здравоохранения, образования, сельского хозяйства в республике.